Всем привет, мои дорогие друзья! Всем хорошего, доброго дня! Всем доброе утро! Ой, только что выглянула такая жара! Ой, смотрите, как девушка с ребенком едет. Классно, да? Трехколесный. Мне Акан говорит, я тебе потом когда-нибудь тоже такой куплю. В огород ездить или вообще, я говорю, купишь, конечно, когда-нибудь. Ой, вот такая погода у нас. Плюс 36 сегодня, я сказала. Нет, ой. Опять в домик. Закрою, господи. Как хорошо, что я повесила эти вот эти плотные шторы. Нарадоваться не могу. Так, мой огород надо полить сегодня. Вот видите, петрушку надо срезать. У нас еще петрушка свежая в этом, в холодильнике есть. Вот уже вянет, надо полить. Это Лерина травка, тоже надо полить. Вот. Наши помидоры огородские из огорода с нашего. Вот уже все и покраснели. Так, что я? Я готовлю, собираюсь, вернее, готовить себе завтрак. Что-то, знаете, я прямо это проголодалась, и у меня прямо это желудочек такой сосет. Так, это вот вчера Кану дали на работе. Каждый месяц дают какую-нибудь их продукцию. Котлеты или колбасы, да, или фарш. Что-то как-то сказали, что будут давать два раза в месяц. Ну, не, два раза в месяц ни разу не дали. Может быть, это что-нибудь невыгодно, наверное. Вот специально достала, девчонки, чтобы это стояло перед глазами. Я потом как бы в лепешку, ну, отдельно сделаю и заморожу. Если я вот так сейчас суну, они все прилипнут, и потом будет неудобно. И сегодня у нас на ужин. Так, я что-нибудь приготовлю. Так, макароны, может быть, сварю. И котлеты пожарю. Вот и будут у нас сегодня на ужин макароны с котлетами. Вот и все. Так. Про красавицу молчу. Вообще ничего есть она не хочет. Жду грудку. Посмотрим. Так, сколько дней она у меня? Сколько дней она у меня морозится? А может, сегодня можно уже разморозить? Так, один, два. Три дня. Три дня она у меня уже в заморозке. Нет, пускай еще немножко постоит. Я у Лиры туалет еще не почистила. А там у нас попугайчики музонят, девчонки, да. А что-то они замолчали. Кишонь, Клара, вот смотрите, они друг напротив друга. Музыку включила. Они подпевают у меня. Но сейчас молчат. Вот. Вот. Видите, Кеш уже издалека меня пугает. И получается, что я обманываю Иннокентий. А как хорошо верещали. Или музыка не понравилась им. Да, я вот это музыку 80-х поставила. 80-х, 90-х. Мне нравится старая музыка. Песни там. Сейчас я тоже не знаю современные там. Может, кое-что тоже нравится. А так вот я больше люблю что-то такое. Че, мой золотой? Я тебе дала. Я тебе дала. Кушай. Я тебе все дала, мой золотой. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну зачем ты меня заставляешь на камеру кричать? Хулиганка! Ну вот, ну что? Ай-яй-яй-яй! Яй-яй! Вот уши как сделает, да? Ну, натуральная тигра ты наша. Ой, ты. Все. Так, ладно. Пускай они у нас чирикают. Я сейчас уйду. Что, Иннокентий? У них, представляете? Ой, как вовремя я заказала им витамины. Сегодня придут. У меня кот пришел. Сегодня вам витаминки придут, мой золотой. Вчера я им накапала... Этот, не хватило капелек. Я сразу на две емкости капаю 50 миллилитров воды по 20, по 10 капель. На 100 миллилитров 20 надо. Стоит это очень много. Поэтому две же это поилки. На одну даже не хватило 10 капель. Закончилось. Ну что такое? Видите, у него головушка какая. Перышки новые растут. Вот не любит он камеру. Мама дорогая. А я ведь без камеры подхожу, он так себя не ведет, девчонки. Да, вот, видите,
Почему ты не любишь, мой золотой? Почему ты не любишь камеру, сынок? Кишу. Они вдвоем ведь сидят. Ля-ля-ля-ля, чирикают, мирикают. Давайте вот это доедайте, вон там еще есть. Потом я вам еще дам. Ну ладно, пойдем. Мешать не будем. И вот и сегодня придут витамины. И я им витаминки дам. Лера, Леруль, кызым, пойдешь со мной? Пойдешь? Пойдешь со мной? Пойдешь? Пойдем? Ням-ням. Пойдем туалет чистить. Туалет надо чистить. Туалет почищу, потом буду себе завтрак готовить. Знаете что, девчонки, мальчишки? Я же говорю, да, Лера все время таскает вот эту рыбку, да, самая любимая, говорю, да. Ой, мне попалась информация чисто случайно. Вы знаете, оказывается, кошки, я, конечно, это не могу утверждать на 100%, просто что сама вычитала, какую информацию. Они, оказывается, оранжевый цвет. Вот видите, здесь еще оранжевая как раз рыбку я шила. Оранжевый цвет, там еще какой-то цвет. Цвета такие вот красные, да. Они не воспринимают их. Они воспринимают, видят синие и зеленые цвета. Вот так вот. Ну, с одной стороны, вот эта лохматушка, это тоже. Она же тоже зеленая, Лир. А зачем ты ее не таскаешь? Она ведь тоже зеленая с одной стороны, да? Вот шарик тоже зеленый. Вот этот шарик зеленый. Что там? Ну, вот это я тогда увидел, думаю, может, будет играть, купила. Не, а даже близко не подходит. Вот эти всякие мячики. Короче, не знаю. Хотела вам так сказать. А вот это выкинуть, наверное, надо. Что этот мусор здесь? Может, вот это выкинуть. И вот эту тоже я выкину. Думала, может, будет играть. Она как-то таскала. Все, вот это сейчас я выкину. Вот. Черно-белая. Я не помню, еще какие-то цвета они воспринимают. Но зеленый и синий как бы лучше воспринимают. Что? Ладно. Короче, не знаю, что-то я так и подумала. И думаю, вот это тоже зеленый не таскает ведь. Да? Ну ладно, пусть. Всегда вот эту рыбку она таскает, приносит. Так, все, дорогие мои. Всем приветики. Так, это вот в мусорку пока. Мусор тоже наполняется. Потом ведро. Так, вот она. Я ей этот сегодня дала паштет. Одну, можно сказать, баночку с грехом пополам она съела. А другая емкость, она ведь больше. Продолговатая такая, контейнер стеклянный. Ну ладно, я тоже несколько дней ей не давала этого паштета. Вчера вечером уже дала, съела. Да. Ну ладно, дорогие мои, так, пойду я чистить кошачий туалет. А, вон, вон, видали? Вот, вот, вот. Редкие кадры. Редкие кадры, да, вон, видите? Она именно эту рыбку и таскает, и играет она, вон, вон. Вот, видите? А потом она ее приносит ко мне. И так мрам, мрам, мрам. Это все, это она мне рыбку принесла. Так, ну ладно, дорогие мои, поменьше болтовни. Пошла чистить я кошачий туалет. Всем приветики. Слышите, как она кидает? Мой завтрак готов. Всем приятного аппетита, кто в данный момент за столом. Пришла посылка, мой заказ. Я уже сразу все распаковала, чтобы это перед вами не шуршать. Две вот, видите, мокрые. Вот это и вот это пролилось. Но я их сама открыла. Здесь еще есть. Не совсем вытекли. А три вот хорошо. Вот такие. Я сейчас... А что-то, знаете, я посмотрела, а что-то я вот от прилинки я не нашла. А когда заказывала, там было. Тогда надо для Линки мне отдельно заказать. Да, я здесь не нашла. Здесь написано, это что? Это как? Тоже витамины, пищевая добавка для всех разных
видов попугаев, которые содержатся в клетке. Ну, естественно, этот, какой вид попугая, там и доза совсем другая. Вот я посмотрю. Что-то я немножко так это думаю. Я же ждала от Линьки. У них же Линька сейчас идет. Ну ладно, здесь тоже я уже перевела, так посмотрела. Здесь это иммунные. Вот это от кишечника и все такое. Ой, здесь тоже что-то такое. Ну, короче, это полезно, это нужно. Вот, все. Витамины пришли. Разберусь. И сейчас я им накапаю. Менять через день вот эти. Другие-то каждый день надо было менять, а это через день накапал. Сегодня, завтра может поставить, через день поменять. Вот. Ладно, все. Я налила себе еще одну кружку кофе. Я позавтракала, уже попила, что-то мне этот маловато. Я всегда так. Я потом чуть-чуть попозже еще стакан это кофе пью. Хочется. И потом вот я котлеты все сюда для заморозки поставлю. Вот паразитка, да? Вот паразитка. Где она? От, все. Видали? Я тут ни при чем, я, говорит, кушаю. И такими глазами на меня смотрит. Знаете что? Так, я с вами сейчас вот это засняла, поставила сюда кофе. Думаю, попью. Слышу какое-то телодвижение в спальне, знаете, как будто бы что-то упало, так, чик, этот, звон такой небольшой, ну, глухой такой звук был, да, я вот так пошла, она же слышит, вот, шоркаю уже тапками, я такая сюда иду, и вы знаете, она это, естественно, услышала, и такая, знаете, тихонечко так со спальни выходит, и мимо меня так проходит, знаете, я не я, типа, да, и вон она проголодалась сразу. Хитрая, девчонки, хитрая. Я сюда прошлась, зашла. Так, думаю, что здесь? Вроде бы ничего не валяется. Думаю, все нормально. А я, оказывается, а потом я заметила. Я, оказывается, шифонер. Вот. Вот так. Нет, даже еще этот меньше. Вот как-то вот не до конца закрыла. Смотрю, у меня здесь уже носки лежат. Ну, это такие потики, да, уже сюда. Я же их здесь не брошу. Вот я туда положил. У меня уже здесь уже шаровары. Она, это, ну, штаны. Она их уже старалась тут у меня штаны вытянуть. Видимо, вот эти потики как-то упали. И такой глухой звук был. Не знаю, это все-таки ткань. Ну-ка, больше здесь ничего не валяется. Вот она чем занимается. Видели? Услышали, услышала мои шаги. И бегом. А вон. Мама дорогая, я прям даже не верю. Какая она это. Послушная прям. Скромница. Кушает. Видели глаза? Понимает, что она нахулиганила. Знаете? Умные, зараза, какие. Все они знают. Все они понимают. Меня Акануш иногда говорит. Ты, говорит, ее не ругаешь вообще. Она поэтому и уже это бессовестная стала. Я говорю, как я ее не ругаю? Говорю, ругаю. Тоже даю ей тоже немножко. Да, тоже немножко ей даю, да, Лира? Вот моя тут гимнастическая палка. Ну, я ее не бью, конечно, сейчас, девчонки, еще подумайте. Гимнастической палкой иногда тоже грожу, да. Вон же она ее как боится. Да, вот она ее как боится. Начинается потом тереться об нее, да. Вот, как она ее боится. Вон же. Вот, да, она это же все боится. Я же ее луплю. Да, вот. Вот, и поиграть надо, да. Я им грожу иногда. Я говорю тебе. Вот так. А она давай с ней играть. Да? Хитрюга ты моя, хитрюга. Лира, если я отпущу, ты ударишься. Да, по попе я ее иногда, по попе. Рукой. Или тапком. Тихонько. Ничего она не боится. Как ее будешь? Немножко уж я хочу, конечно, ей показать, что кто в доме хозяин-то. Иногда же надо показать, девчонки, кто в доме хозяин-то. Но, видимо, это плохо получается. Плохо получается. Айда, пойдем.
А это пошли. Плохо получается у меня показывать, кто в доме хозяин. Да, Леруль? Вот, ей надо теперь эта палка, да. Вот, играть надо ей. На, вот сюда я поставлю. Смотри только, если она упадет, на, вот так положу. Если она упадет, то она тебя ударит. Вот так, знаете, что еще? Мне, наверное, надо еще здесь что-то сделать. Видимо, знаете, что я думаю? Вот этот кот же есть с верхнего этажа, бал, да? Я думаю, он метит возле нашей двери. Вот, видали? Мы-то не чувствуем этот запах. Они же чувствуют. Она только подходит к двери. Она как раньше не выбегает уже. Она только подходит к двери, она начинает вся шипеть. Почему-то на окна она больше шипит. Вот мы с улицы даже приходим. На меня она так не это. И то вчера меня всю изнюхала, да? И потом под конец уже... И вот так меня, как бы она не царапает мягкими лапками. Я не трогаю Бала уже, девчонки, вообще даже на улице, когда Бал за нами идет, мяу-мяу, тоже мы же его раньше гладили. Я говорю, ой, пожалуйста, Бал, не подходи, у нас дома ревнивая деваха живет. Один раз он мне показывал, что она тут вытворила, бросалась, да, на этот запах. Кстати, Кнопика и гладим, и все, она на запах собаку, собак так не реагирует, нет, вот на Бала, да. Мы не трогаем, и Акан тоже говорит, нет-нет, он уже мимо такой проходит, а тот Акан, бывает, он об ногу потерется, но вот Лира, видимо, это чувствует. Вот, наверное, опять уксусом надо протереть, да? Протру, наверное. Девчонки, вы же там не писали, это сожжется, не бойтесь, нет-нет, у меня уксус 4%-ный, он не это, здесь уксусной эссенции нету. Я не видела. А вот белый уксус-то есть, а я что-то его здесь ни разу не покупала. А я даже не знаю, он какой-то процентный. Нет, слабенький уксус, слабенький. Ничего не будет. Он выветрится. Бал, он, знаете, он в основном на улице гуляет. Может, вот вечером поднимается, не знаю. Да, иногда этот Акан там выходит или там вместе, хоп, Бал здесь. Он встанет вот здесь. Лира придет. Смотрит. Бал на нее смотрит. Такой мяу, мяу. Не заходит. Тут на пороге стоит. Лира иногда так... один раз Лира у меня на руках была. Я тут стояла. Лира у меня на руках. Бал тут, да? Мяу-мяу, да? Лира, знаете, такая... Мяу, мяу. Ему отвечала у меня на руке. Может, она его прогоняла так. А он все мяу-мяу стоит и не уходит. И под конец она стала на него шипеть. Да, она у меня на руках была. Не вырвалась с рук, что самое интересное. Да, видимо, тогда на балконе он ей что-то сказал, что она так стала на него реагировать. Наверное, нехорошие вещи он ей там предложил. Так думаю я, потому что до этого они общались. Он на своем балконе, Лира на своем. И так мяу-мяу, они так... переговаривались, скажем. Что, мои золотые, все? Витаминки пришли, сынок, Клоруль, девочка моя, припевочка, все. Сейчас давайте, я пока хожу с вами, общаюсь. Вот такая я. Сейчас кофе попью, витаминами займусь. Котлеты. Ай, котлеты так и стоят. Ну ладно, я их сейчас тоже быстренько раскидаю. Макароны отварила на ужин. Витамины дала, добавила водичку. Я мультивитамины дала менять через день. Я потом посмотрела, не все они меняются через день, а некоторые есть, которые меняются, ну, вода с витаминами на следующий день. Я дала такие мультивитамины, через день поменяю. Протерла уксусом возле дома и дверь, и стены, все, где он там может пометить или что. Еще раз, девчонки, скажу, я протираю яблочным уксусом 4%. Такой уксус пьют, девчонки, да, так что ничего страшного не будет. И он уже выветрится, этот запах. Я же там не лью целый литр, чуть-чуть только на тряпочку, и все вот это я протерла. Ну, посмотрим сегодня, Акан, когда с работы придет, как Лира среагирует. Раньше она выбегала. Сейчас она не выбегает. Она только к двери подходит. Все, видимо, ей вот этот запах кошачий у кота соседа.
Все, и она сразу начинает шипеть. Сразу. И она, знаете, пулей прямо от двери убегает. А раньше она выбежит в подъезд, там соседские тапки там понюхает. Да, на лестницу там сядет еще, Акана подождет. Вот сейчас вот я поэтому подумала, что что-то, наверное, есть там, да? Бал какие-то свои запахи оставляет. Так, ну ладно, дорогие мои, что? У меня эти витамины здесь пока оставила, две коробки. Пускай подсохнут, которые там пролились. Потом я их уберу, наверное, в холодильник я их поставлю. Этот. Я же все не буду их сразу использовать долго. Там срок годности тоже до какого года? Ой, большой срок годности еще у меня успеет закончиться. Так, дорогие мои, на этой ноте я с вами буду прощаться и буду продолжать заниматься своими делами дальше. Я еще не убиралась, мне еще надо пропылесосить, полы протереть. Короче, домашние хлопоты. Дорогие мои, я вас всех целую и обнимаю. Всем пока-пока.